Всем привет, с вами Сервант. Мы продолжаем играть по Стражи Мастер Лига. У нас матч против Сарагосы. Очень плохо чувствует себя наш вратарь. Но пятого я не хочу ставить, просто сравните. Кто лучше? Пятого значительно уступает. Поэтому, если что, пусть и не жалуются. У нас, можно так сказать, всего лишь 4 игрока замены. Потому что пятого я не буду вообще, наверное, пускать. Да, это плохо, очень плохо. Ну, выпью его только если будет травма нашего игрока. Так, ну что ж. Пожалуй, таким состав я оставлю. Он меня устраивает. И что ж, начинаем матч. Надеюсь, домашняя обстановка нам поможет. Что как там постоянно играем дома, все дома. Третий матч подряд. Странно. Но я не против. Совершенно. Окей. Я даже не понял сначала, что случилось. Ну ладно. Судя по всему, было нарушение. Эдуардо с мячом отлично. Справляется с противником. Прям-таки ловко. Отдает на Дэвича. Дэвич пробивает. Но мимо ворот, к сожалению. Не понял сначала, кто там был. Вроде бы, даже скорее всего, Дулас Коста там был. Впереди. Впервые даже Дэвича. Дэвич с мячом. Отдает на Эдуардо, тот на Тейшейру. Тейшейра зачем-то сорнул, хоть я хотел на Фернандиньо, который мог вполне пробить с того расстояния. Ну и Сарана довольно-таки неплохо пробил, но мимо ворот. Поэтому ничего хорошего сказать не могу об этом решении. Фернандиньо подкат, неудачный. Сарна пытался отобрать мяч, тоже неудачно. Ракитский. Отлично действует защита. Игроки, кстати, часто с вами блокируют мяч. Ай-яй-яй. Отлично. Защита, как всегда. Дэвич. Ну, как всегда, имею в виду на протяжении этого матча. Фернандиньо. Эдуардо. Эдуардо удар. И снова мимо ворот. Что творится с Эдуардо, я не понимаю. Кажется, настало время искать ему замену. Я хотел бы видеть Левандовского. Пока что. На его месте. Офсайд у Эдуардо, поэтому я даже не успел пробить. Так быстро просто хотел судья. Ну или же Фалькао. Это даже будет лучше. Сарна, отлично, в отборе. Даже два раза отлично, молодец. Эдуардо Дэвича. Дэвич проигрывает скорости, как-то уж слишком очевидно. Поэтому отдает мяч назад. Эдуардо пытался дать на Дуласа Косту, но это вышло очень плохо. Он в подкате отдал неудачный пас, даже если это можно так назвать, отдал Эдуардо с мячом. Отдает на Дэвича, Дэвич на Тейшейру. Тейшейра пытался пробить, но даже этого у него не вышло, хоть он и в осаде был. Роберто выбивает мяч. Нет, отдает пас. Сарна играет головой, никто ему совершенно не мешает. И это не помешало ему сыграть головой очень плохо. Прямо в ноги противнику. Эдуард бежит. Совершенно скорость его никудышная. Как можем видеть. Дэвич. Эдуардо. Степаненко. Не успел пробить, но довольно-таки хороший был момент, чтобы забить гол. Или хотя бы пробить. Ой-ой. Чигринский. Подкатя, отлично. Сарна выбивает. И снова свисток. Да, не удается пока что нам ничего стоящего сделать.
Но противники вообще ничего не сделали за все это время опасного. А мы хоть как-то стараемся. Фернандиньо с мячом не удается отдать ему пас. Степаненко подкат неудачный. Снова Степаненко в подкате. И второй раз неудачный. Неудачные подкаты. И вообще невероятный гол. Такой дальней дистанции от игрока Сарагосы. Смотрим повторе. Да. Это не радует совершенно. Но Пятов, думаю, был бы хуже. Девич. А Дулас Акосту с пасами еще. Бред какой-то. Полнейший. Кажется, этот матч мы выиграть все-таки не сможем. Я постараюсь хотя бы добороться до ничьи Эдуардо. Но учитывая, как играют игроки, вообще в скорости просто их убивают. Чигринский неудачно. Снова неудачно. Не удается ему предугадать действия противника. Измаил. Вообще непонятная ерунда творится, вы видите. И все. Замены. Пора уже делать. Тайсона я, пожалуй, выпущу вместо Эдуардо. Шевчука выпущу вместо Измаила и Элсиньо вместо Тейшейры. Надеюсь, свежие игроки сделают хорошую работу. И ой, какая ошибка ужаснейшая. Но, к счастью, игроки справились. И нужно хоть что-то сделать. Но нет. Во втором тайме просто нас рвут в клочья. Фух, к счастью. Не попал по воротам. Точнее, ворота. По воротам-то попал, но ворота нет. Игрок противника. Но, что ж, сработали замены. Сейчас, по идее, мы должны что-то сделать. Стоящее. Зачем на Тайсона давать, если можно на Девича? Который был в более хорошем положении, чтобы пробить. Что за бред ты игроков в голове? Непонятно. Тайсон с мячом. Тайсон удар. Мимо ворот. Снова и снова мимо ворот бьют игроки. Шахтера. Это не радует совершенно. Это же всего лишь Сарагос. Или за все это время что-то изменилось? На Фернандиньо вратарь. Девич пытается отдать на Элсиньо. Не вышло. Потом туда и другой отдал. Пас на Элсиньо, но тот был лосать. Не. Нужно что-то делать. Нужно покупать новых игроков, более скоростных. Вот я вроде полностью скорость уже прокачал. Почему такая скорость никудышная? Я не понимаю. Дулас Коста с мячом. Бьет Дулас Косту и забивает. Тем самым сравнивая счет. У нас есть время. Есть вполне себе время, чтобы забить второй гол. Ничья нас не устраивает. Тем более против такой команды. Ай-яй, Дэвич. Не угадал. 5 минут добавляет судья. Это хорошо. Чехринский отлично головой. Фернандиньо на Дэвича. Дэвич на Тайсона, который был в офсайде. Отдал. И все. Сейчас последняя атака с нашей стороны может быть. Тайсон с мячом. Отдает на Дэвича. Дэвич бежит. Бежит уставший Дэвич. Отдает зачем-то на Шевчука. Я не понимаю вообще зачем. Шевчук пробивает. Вратарь отбивает. Удар головой. Элсиньо может пробить вполне себе. И забивает Элсиньо. Потрясающе. И выручает, просто спасает нашу команду. Замечательно сыграли. Игроки просто 10 из 10. Давайте же посмотрим повторы с самого начала, как это все было.
Это просто невероятное что-то. Как он пробил так замечательно. Игрок даже не смог допрыгнуть. Это просто 10 из 10. У меня просто нет слов. А я уже начал падать духом. Но после нашего гола первого как-то все пошло замечательно. Тем более судья добавил целых 5 минут. Этого времени нам хватило, чтобы забить. Осенило шажок матча. Я не удивлен. И что же, Барселона побеждает 1-0 Депортиво. Реал Мадрид 2-0 Севилью. Хорошо. Эспаньол 2-1 в Юнайтед. Так, Барселона уже нас догоняет потихоньку, но... Она только нас догоняет по таблице, а по очкам нет. Только Эспаньол и мы не проиграли еще ни одного матча. Реал Мадрид. А, они на 7-м месте. Хорошо. И как раз матч против Реал Мадрида. И мы должны победить их. По-любому. Отомстить, так сказать, за тот обидный проигрыш. И что же? Объекты, магазин. Нет, ничего мы не можем купить. Поэтому выходим отсюда. Да, надеюсь, он будет в будущем у команды хорошо. Очень будет плохо, если вдруг кто-то из наших игроков основы получит травму. Да даже если замена, потому что замена очень выручает. Если Ноухео только получит травму, я не расстроюсь особо. Ну это все. Увидимся.